Я считаю, что нужна национальная идея, государственная больше, какая-то идеология института семьи, как минимум. Должно быть воспитание доброты в детях. Сейчас у нас, к сожалению, детские фильмы забросили. Я считаю, что они нужны. Нужно воспитание детское, чтобы они были добрые, чтобы они были честные, насколько это возможно. Мне, конечно, очень не нравится, что у нас, вот, извините, в детское время показывают сцены сексуального плана. Это неприемлемо. Я лично считаю, что это так. Я не скажу, что я за цензуру, но, тем не менее, какие-то ограничения должны быть. Ну, что-то в нормах морали и приличия. Вот я бы так сказала.